Друзья мои, мы по-прежнему еще находимся с вами в Хостинском районе. И сейчас направляемся в сторону цирка. Ну, как вы понимаете, цирк сам еще не работает, так как нельзя сейчас еще работать цирком. Хотя много чему нельзя. Обратите внимание, какие шикарные дома. Красивые, с дворами такими обалденными. Но цена квартиры, я так думаю, тут стоит. Ну, я не буду предполагать, даже думаю, хорошо стоит. Я думаю, даже очень хорошо стоит, но райончик такой цивильный, видите, парковочный. Терминал. Вся фигня. Все красиво. Рядом пляж. Рядом дендрарий буквально вот здесь вот. Справа от нас недалеко. Цирк. Красивейшие такие дома. Разве что на них нет еще вертолетных площадок. Но я так думаю, скоро будут. Есть вот такой вот яркий красочный дом. Там у них парковочные места. Ну, в общем, все здорово. Но мы идем вверх. Слава богу, тут не так жарко. Кстати, вот недавно подрезали ветки пальмам. Обратите внимание, свежие срезы. Ухаживали. А сейчас буквально метров через 50, даже 30 слева от нас будет цирк. Именно здесь я впервые увидел представление Олега Попова и этого, как его, Игоря Кио. Как сейчас помню. Но, если честно, я не люблю цирк. Не знаю. Есть такая поговорка, кто служил в армии, тот цирка. В цирке не смеется. Вот, типа того что-то. Хотя я не любил его с детства. Не знаю почему. Но вот, в принципе, сам цирк. Ну, конечно, сблизи его рассмотреть не очень комфортно. Сейчас мы пойдем подальше и подберем вид. Хотя солнце опять против нас. Ну а справа от нас, видите, что? Канатная дорога. Кто-нибудь из вас наверняка знает, куда она ведет. А я не буду рассказывать. Вот догадайтесь сами. В принципе, подсказок уже было более чем достаточно. Вот. Сейчас мы с вами выходим на курортный проспект. И вот площадь перед цирком. С 14 марта что-то должно было здесь произойти, но, как вы сами прекрасно понимаете, ничего здесь не произошло. Отель Сочи Бриз, спа. Тут такой был каскад фонтанчиков прикольных. Там он еще какой-то новый дом строит. Сзади вот идет Millennium Tower какой-то. Но этот Millennium уже давно здесь построили. Но это и есть самая главная, самая красивая улица Сочи. Нет, самая красивая Новогинская, самая основная. Там можно сказать даже и туристическая, а можно сказать и транспортная. Потому как эта улица ведет в Адлер, ведет в Лазаревская. В общем, везде она ведет. Это курортный проспект, проспект Сталина, соответственно. Ну а слева от нас цирк. Кто тут? То ли дядя Запашный был тут директором в свое время, не знаю, не помню, слышал такое. Кстати, у цирка работает фонтанчик. Красивый вот сад, парк. А дальше уже идет торговый центр и Светлановский мост. Ну, туда мы, наверное, уже не пойдем сегодня. А
хотел вам цирк показать, с другой стороны, но не очень комфортно. Там солнце мешает, там свет мешает. Тут, кстати, внизу была дорожка, там кафешки всякие и санатории. Я не помню, как они называются, если честно, так как давно здесь уже был. Я бы даже сказал, очень давно. Сейчас просто прогуляемся и поедем, наверное, уже обратно, так как память телефона забита. Надо его подзарядить. Ну и, соответственно, почистить память. Людей, ну, очень мало, очень. А домики красивые. Я бы вот не только в семейном хотел бы иметь квартирку, ну и какого-нибудь вот Millennium Tower, он там спрятался, тоже. Место неплохое, с двух сторон подъезд есть. Это вот, наверное, остаток еще с советских времен, этот был спуск. Видите, такие массивные ступеньки, балясины. Это советская, сразу видно. Может быть, даже каких-нибудь там 50-х, 60-х. Вот прямая дорога идет к морю, на пляж, цирк. Но нам туда сегодня не надо. Мы пойдем с вами опять мимо цирка, мимо фонтанчика, вниз. Прогулка такая легкая. Ну, вроде бы как несла какую-то смысловую нагрузку показать вам цирк, но не более того. Цирк показан. Олег Попов, кстати, вот он тоже. Нет, я не на этого Олега Попова смотрел, на живого. А, нет, вру, еще и Куклачева тоже видел, вот. И Куклачев тоже был с торпом здесь. Солнце опять против нас. Я постараюсь приблизить вот. И вы наверняка узнаете в нем Олега. Хотя нет, чем-то он мне больше напоминает Шрека разукрашенного. Вот. Как бы так. Ну вот он весь цирк. Прямо перед нами красивые дома, канатная дорога. Ответ про канатную дорогу жду в комментариях. Я теперь вот такой вот, знаете, на уловки такие иду. А кто это? А что это? И давайте мне ответы. А у меня будет рейтинг расти, там расти сейчас какой-то. Нифига себе, как люди в этом заинтересованы. Вот обратите внимание, наверху уже пальмочки растут. И красота. Детвора катается. Ну, в цирке. Цирка их нельзя, так хоть перед цирком погуляют. Ну, а мы с вами идем обратно в сторону моря. Все-таки интересно, почему центральный пляж нельзя купаться, а вот Костю можно. Итак, куда ведет эта штука? Надежда, вы можете не отвечать. Я знаю, вы знаете все. Ну что, друзья мои, я на этом заканчиваю нашу прогулку к цирку. Я перешел на противоположную сторону. Тут не менее красиво, чем рядом с цирком. Посмотрите, вот здоровый, красивый дом, кажется, именно имя Пушкина носит он. Красивые пальмочки. В общем, все красиво, все замечательно. Красивые машины. Такие очень даже есть. Вот. Это местный, наверняка. Кукурузер. В общем, все здорово. Собирайтесь, собирайтесь и уже, наверное, покупайте билеты скоро. Скоро, я чувствую, все будет хорошо. Все, на этом всем пока. До новых встреч в эфире.